В этом видео мы покажем тебе, как пользоваться техникой стробинга, подсвечивая лицо для эффекта свежей и сияющей кожи. Нанеси базу под макияж на скулы, участки под глазами, вдоль носа и в середину подбородка. Теперь нанеси поверх базы слой консилера. Дополнительно нанеси консилер на участок между нижней челюстью и линией скулы. Настал момент для эффекта стробинга. Возьми мерцающую пудру-хайлайтер и нанеси на участки, покрытые последовательно базой под макияж и консилером. В завершении возьми немного матовой пудры и нанеси поверх участков, которые ты не выделяла. Это добавит контраста и усилит эффект. Готово! Ты создала свежий и сияющий образ и овладела техникой стробинга –